Погнали, рыбалка. А, ага, старичок погнал. Смотрите, как рыбачит он. Гляньте, какая крупная. Вот это красноперы. Вот это да. Второй мешок пошел. Ладно, Митяй, хоть, блядь, научу рыбачить как надо. Ага, я тебе место руками, показал, блядь. не надо. Руками, блядь, по одной лазит, блядь, собирает по старинке. Давай. И все назад, мелочь, чтобы росла. Да. Давай на этот раз щучку черпай. Ну-ка, давай. Вот, сейчас мы... Так вот. Вот она. Вот она. Взял? Взял. Блядь. И щучка. Ну-ка, дай покажи щучку. И щучка. С тобой били. А. Дырявая. Дырявая. Значит, задыхалась уже. Задыхалась. Глянь, какие красноперочки. А. И окушок там он хороший. Блядь, мелковат еще больше был. Вот так вот мы примерно зимой рыбачим. Не как некоторые рыбаки на лунке. Морозят, блядь, руки. Потом у своих жен в пизде их отмачивают, чтобы не перемерзло. Началось, блядь. Ладно. Потом вторую серию снимем.